Ветераны правоохранительных органов пикетировали здание Одесской облгосадминистрации. Участники акции требуют перерасчета пенсии с учетом личных служебных заслуг и звания каждого. Собравшимся вышел заместитель главы облсовета. Если этот вопрос не решается до 5 февраля на центральном уровне, почему до 5 февраля? Потому что где-то ориентировочно до 10 февраля максимум можно подать проекты решения областного совета. Вы знаете об этом, Алексей Борисович. Алексей Борисович, или вы, или я лично подаю проект решения на сессию областного совета. Согласно этому проекту решения, мы обращаемся к премьер-министру Украины, Верховную Раду Украины, о предусмотреть в центральном бюджете финансирование того, что вы просите.